Простите, простите. Великодушно. Господи, да что ж со всеми этими зданиями не так? Почему их здесь построили? У меня другой план города на моей карте 930 года. Здесь вообще горы, холмы и динозавры. Откуда здесь все эти многоэтажки вдруг возникли? Парень, дай пожрать, а? Куда ты убегаешь? Куда ты, черт возьми, убегаешь? Че, классная тачка? По-моему, поезд дальше не... А, нет, завелась. Дверь закрой, космонавт, блин, недоделанный. Ну, че тебе надо? Я только что приехал на выполнение задания. Моя машина, кажется, обкурилась, судя по выражению ее лица. Она вся как-то поплыла. Черт возьми, дайте мне выполнить задание. Зачем я сюда приехал вообще? Сам ты ю, блин. It's Nico. Nico. Yeah, мы блядь, hard last night, you know. The song come, yo, that's what I. What? Господи, зачем заводить таких долбанных друзей, обдолбанных, долбанных, обдолбанных, я не знаю, как его писать. Зачем к этому наркоману вообще домой заходить? Тоже, блин, хорош, сам себе на задницу приключения находит, а потом жалуется, 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 жалуется. Жопается, лопается. Неплохая тачка для укурка. Наверное, мне тоже пора начать употреблять наркотики. Чтобы добиться примерно такого же агрегата на четырех колесиках. С которого в первый же день эти колесики и снимут. Да кто здесь оставил этот долбанный мотороллер? Наркоманский район. Тут твои дружки, блин, беспредел творят на дороге. О, тоннель. Ё-моё, она не поворачивает. Этот агрегат просто невероятно обдолбанный. Он не едет по прямой, это тачка Кена Блока, блин. Он просто не предназначен для разгона по прямой, нормальных поворотов не боком, а просто колесами. Может, я перепутал у него переднюю часть и боковую? Кто знает. Ну и кумар постоянно из машины доносится. Поезжайте взад. Да без проблем вообще. Все это одна большая клака. Алло. Видимо, они занимаются татуировками, раз пытались наколоть тебя. Спортсмены, уважуха. Здорово. Ты живой, тварь? Ты живой, тварь? Хорошо, когда у тебя есть пистолет и Мерседес. И что-нибудь еще, наверное, должно быть. Тогда будет хорошо. Садись! Садись! Почему таким прогулочным шагом, черт возьми, я только что троих людей убил? Не знаю, сколько людей, на кого-то там в количестве троих убил, точно.
А ты тут неспешно так разгуливаешь с косяком. Господи, у нас машина, у нас, блин, мы что, уже двое пыхтим? Что за... Откуда такой кумар? Ни хрена себе у него тяга. Я со своей тягой к курению даже такого себе позволить не могу, но я думаю, что мне опять-таки после этой игры будет к чему стремиться. Я должен выкуривать за одну затяжку 4 сигареты или 4 пачки сигарет, например. Что наша жизнь, понты? Да ты... Какой фак, иди отсюда! Какой фак? Какой фак? Какой фак? Какой фак? Какой фак? Иди нахрен, овца! Открывай! Спецназ! Спецназ! Может, просто подождем, пока у него патроны закончатся? Я не думаю, что у него там арсенал. Спецназ! Спецназ! Черт бы тебя! Ах, он тварь, он по мне попал! Елбонский спецназ, всем не с места, всем быстро раскурить по косячку. Угу, значит, мы тут наркотики варим из пива и аптечки первой помощи. У меня теперь есть дробовик, неудачники. И все еще при мне 3 коктейля Молотова. А теперь можно и по чашечке кофе. Правильно. Правильно. Че ты за мной ходишь, как банный лист? Отстань от меня. Могу и пристрелить. Эй, кто тетку с дороги убрал? Эй! Какого черта трупная служба так быстро работает? Пожалуй, надо валить отсюда. Забирайся, черт возьми. Хотя я абсолютно никакого желания не испытываю на этом адском агрегате ехать куда-либо, зачем-либо, потому что, еще раз повторяю, он просто безумен. Может показаться, что я просто криворукая обезьяна, но он просто безумно как-то едет и постоянно буксует и, в общем-то, практически на автопилоте в стенку направленном находится. Чисто русская картина, буханка с холодильником в кузове. Холодильник, видимо, Юрезань. А это, видимо, грузовик из фильма Стивена Кинга. Одноименного «Грузовики», по-моему, называлось, когда там грузовики ожили из-за коменты, пролетающие рядом с землей. И они начали убивать людей. Но я думаю, что все, кто более-менее хотя бы моего возраста смотрели этот фильм. Что это за кафе? Черт возьми, это бункер для укрытия от последствий Третьей мировой. Причем такое ощущение, как будто этот бункер уже Третью мировую пережил, судя по состоянию здания, в котором он находится. Малыш Джейкоб поставил мне лайк. Господи Иисусе. Как же такое возможно? Как я добился такой славы и популярности? Но если у вас нет гидравлической подвески, дети, вы можете заставлять свою тачку прыгать таким способом, пока у вас передний мост не вырос к хренам собачьим. Попробуйте на своей копейке примерно такую же поделать, только поребрик нужен где-то 25-сантиметровый, желательно. Но получается довольно прикольно. Куда мы должны ехать теперь? На букву В, я думаю, это Владик. Владик. Шоколадик. Эй, где весь мир, черт возьми? Дайте мне мир, дайте мне больше мира. Что?
Да, разве эти конусы не должны убираться с моего чертового пути? Там еще вода осталась? Вода есть? Эй! Эй! Есть тут вообще физика жидкостей? Мало ли? Нет, они открываются и сразу получаются опустошенными. Рома, алло! Я не ел трое суток, поэтому можно и пожрать шаверма. Теперь вы можете не только работать с Романом на пару, но и проводить вместе досуг. Для этого достаточно позвонить ему и устроить страшный акт инцеста. Хорошо. Вы договорились о встрече с Романом. Подберите его. Хорошо, для этого мне нужна какая-нибудь гейская тачка, типа вот этой вот. Стоять, Порш! Стоять! Стоять, чтобы подобрать мужика и сводить его на свиданку, нужен Порш. И только он. Все остальные тачки слишком по-мужски как-то выглядят и воспринимаются. Я должен как-то себя преподать немножко в свете Элтона Джона, скажем так. А если бы был голубой Порш, тогда бы был тройной эффект. Даже Романа бы не пришлось водить в ресторан, сразу бы у нас все было. Так. Это нам в одну сторону. Видимо, эти две буквы Влад и Роман располагаются рядом. Да что ж такое-то, мой Порш? Я ж только что его угнал. Всю жизнь копил и вдруг угнал. Насколько я понимаю, ресторан это вот та вот, тот ларек с шавермой по-американски, то есть с бургером. Садись. Лет на 25. Я убил 4 человек, теперь я подставлю тебя, брателло. Господи, да это не Порш, это действительно Порш, который изначально выпускался с пушкой калибра, это миллиметров 75 как минимум, и с гусеницами. Он крушит все и остается несокрушим. Влад, где ресторан, черт возьми? Вот он. Ресторан, мы приехали. Побрейся. Атаманом будешь. О, фейс-контроль. Откуда такая толпа зверская прямо на входе? Чего? Ты думаешь, что у меня не хватит денег заплатить за курицу? А не пошел бы ты. У меня дробовик. Вот, смотри. Вот этим я буду платить за курицу. Что, тоже хочешь курочки? Сейчас из тебя ковядину сделаем. Вот так вот американцы ходят поесть. С дробовиком. American fast food. Just think, we could have the exact same meal in the old country. Возьми козу, положи ее между двух булок. Полей это все давленным помидором и получишь долбанный американский фастфуд. Да и причем с рогами и шерстью в качестве бонуса.